Приветствую всех, с вами Хомиш, и прямо сейчас я подведу итоги конкурса на 30 тысяч золота и любой примтанк 8 уровня. Условия, надеюсь, все помнят, но на всякий случай я повторю. Для тех, кто хотел, особо ничего не делая, получить 500 голды, в самом конце этого видео будет добавлено видео, где будут выбраны те самые 10 победителей, которые выиграли по 500 голды. Условия этих людей были очень просты: подписаться на канал WoodFun, на мой канал и репостнуть конкурс с моей группе в ВКонтакте. Естественно, будь участником моей группы ВКонтакте. Ну а остальные более серьезные призы будут разыграны среди тех, кто все-таки сделал видео для моего конкурса. К сожалению, этих людей немного получилось, вышло там что-то около 17 видосов, из которых я отобрал 11 самых лучших, что в итоге означает, что будет у нас 11 призеров. Первые 5 победителей получат такие же призы, как я и говорил в видео. Первое место — любой премтанк 8 уровня плюс 2 недели према. Второе место — 10 тысяч голды, третье место — 5 тысяч, четвертое и пятое — по 2500, а также 6 утешительных призов по 1000 голды. Я считаю, очень и очень справедливо, то есть наш общий фонд даже немножко увеличился, и призеров получается даже больше, чем ожидалось. Потому что было видно старание людей и действительно желание поучаствовать в конкурсе, сделать что-то годное и себя проявить. За это я даю, во-первых, утешительные призы, и во-вторых, вставлю фрагменты из видео первых 5 победителей, чтобы вы тоже оценили проделанный труд. А также в описании к этому видео будут добавлены все видео тех самых 11 победителей. Первое место изначально должен был занять человек с ником XXXCuberXXX, но он отказался от приза за первое место в пользу второго, поэтому его ролик занимает второе место. На этом с кратким уроком истории покончено. В игре Т-15А, как я уже сказал ранее, является премиум танком, и его цена составляет немалые 6500 золота, что по нынешнему курсу равно 26 долларам, а в рублях это приблизительно 1560. Однако, лично я выиграл АТ в конкурсе на WoodFun, заняв там одно из старых 7 мест. В итоге первое место переходит человеку с ником Ше6. У него получился ролик, соответствующий всем критериям, не очень затянутый, достаточно годный, со свободной камерой, с инфографикой и всем-всем, о чем я просил. Поэтому именно он получает любой премтанк 8 уровня и 2 недели према. Мы подробно рассмотрим ее отличие от других ПТ-шек этого же уровня. У Jagdpanzer 4 не выдающийся обзор, всего лишь 350 метров. Но зато неплохие углы горизонтальной и вертикальной наводки не доставят вам дискомфорта при игре на ней. При скорости поворота 35 градусов в секунду ее сложно закрутить, что очень важно для ПТ. Заслуженное третье место получает человек с ником Пшевоин. Это уже для некоторых известный автор, который делает ролики на WoodBezdu, на WoodFun и на свой канал, у которого есть свой стиль, и ролики у него получаются действительно годные. Для конкурса Пшевоин также не понижал планку качества. Он сделал хороший годный видос в своем стиле, который соответствует всем критериям, поэтому третье место полностью заслуженное. Покатался я на этом агрегате 10 боев на своем пресс-аккаунте. И вот какое у меня сложилось о нем впечатление. Этот танк меня обрадовал. Правда, не знаю чем. Вроде бы и по ТТХ он не выделяется, и стабилизация у него плохая, и катается он не слишком уж резво. Но игра на нем у меня пошла как надо. Более того, игралось подозрительно легко. Но обо всем по порядку. Рассмотрим парочку боев. Вот, кстати, тот бой, от которого у меня подгорел из-за послебоевых результатов. Начало рассматривать подробно вообще не имеет смысла. Четвертое место занимает парень с ником Артем Захватчик. Это уже устоявшийся автор, который делает MLG ролики по танкам и еще по другим играм. В любом случае, я считаю, что он, как никто другой, заслуживает четвертое место, так как проделанную работу видно невооруженным взглядом. Ну и наконец, пятое место и приз в размере 2500 золота получает парень с ником Mr. Nameless. В его видосе сразу же видно, что проделано много работы. Ну и естественно, есть некоторые недочеты. Видно, что парень нервничал, видно, что еще нужно немного опыта, но тем не менее, за проделанный труд, старание и желание парень получает пятое место. Только же ХП имеет кирпич Пантера, у которой масса сравни среднему танку. 950 ХП — самый большой показатель среди ЛТ-7.
Максимальная скорость этого танка 68 км в час. Это второй показатель после М41 Бульдог, у которого 72 км в час. Кстати, на скоростях выше 65 такой разрыв нивелируется. Остальные 6 утешительных призов получат ребята, которые также сделали достаточно годные видео, в которых видно, что они вложили душу и очень-очень старались, но, к сожалению, они немного уступают по качеству тем видосам, которые у нас заняли 5 первых мест. И именно за старание, за желание и вложенную душу в ролики эти ребята получают по 1000 золота. Я считаю, что все вполне себе справедливо. Если вам понравился этот конкурс, то поставьте лайк, возможно, в дальнейшем я проведу еще такие подобные конкурсы, в которых, я надеюсь, будет больше участников и больше годных видосиков. Ну, а на этом на сегодня все. С вами был Хомиш. Спасибо вам всем за просмотр, за участие и за внимание. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и вступайте в мою группу ВКонтакте. Эпизодически там проводятся какие-то мелкие розыгрыши, появляются всякие интересные посты, а также всегда выкладываются мои видосики с Вотфана. Удачи вам, успехов и до новых встреч! Так, ну собственно сейчас я разыграю 10 призов по 500 голды среди тех, кто репостнул запись. Поехали. Так, выбрать победителя. 1270 участников. Это у нас специальная программа ВКонтакте, рандом АПП розыгрыш призов, которая разыгрывает полностью рандомно призы среди тех, кто участвовал в конкурсе. Причем использует только участников в группе, как я и говорил. Если вы не были участником моей группы, то приз вы не получите. Первый победитель Михаил Кругов. Посмотрим на страницу ВКонтакте. Личка открыта. Отлично. 500 голды получает Михаил Кругов. Поехали дальше. HHHGGG. Какой очень-очень странный победитель. Тоже личка открыта. Отлично. Следующий победитель Дмитрий Ташпаев. О, также открыта личка. Вижу репост записи на стенке. Все хорошо. Мичил Ципандин. О, все хорошо, личка открыта, все. Алла Кошкина. Отлично, даже девушка. Личка открыта, все хорошо, 500 голды выиграла. Дмитрий Ващенко. Личка открыта, все отлично, победитель 500 голды выиграл. Миша Чекан. Открытая личка, отлично, парень выигрывает 500 голды. Илья Верховодкин. Отлично, личка открыта. Также 500 голды. Владислав Корчакин. Открытая личка, все хорошо. Респект, 500 голды твои. И последний победитель. Прямо сейчас мы узнаем, кто это. Константин Кошаленко. Личка открыта. Все хорошо, 500 голды есть. Вот 10 победителей. Константин Кошаленко, Владислав Корчакин, Дмитрий Ващенко, Миша Чекан, Илья Верховодкин, Мичил Ципандин, Алла Кошкина, Михаил Кругов, HHHHGGG, Дмитрий Ташпаев. Все реальные пользователи ВКонтакте, всем я отписал, и все получат 500 голды. Спасибо вам всем за участие. Если хотите больше таких розыгрышей, то обязательно лайкайте этот видос и участвуйте в будущих розыгрышах. Если вы хотите получить доступ на ЗБТ World of Warships, то обязательно смотрите мои стримы на Твиче. Ссылка на мой Твич всегда есть в описании к ролику.